заметьте, после падения каблуки целые. Здравствуйте, я Наталья. В ней даже бегать можно. Точно. Побежали! Ой, господи. И все же надо почаще вставать на каблуки. Ой, бывает и такое. И заметьте, после падения каблуки целые. Демонстрировать вот такие туфельки. Черного цвета. Кожа. Ужасно удобные. 38 размер. Ступинатор очень хороший. Гладкие. Каблучок внутри золотистого цвета. Ну да, длинненький каблук. Но его не чувствуется. Так. Подошву вам покажу. Смотрите, как. 38 размер. А теперь мы прогуляемся по парку. Птички летают, солнце практически не просвечивает из-за дыма. А ласточек-то как много. Ну, вообще, что говорить. Супер классные сапожки, туфельки. Ох, присядем, отдохнем. Ой, практически нигде не заморалась. Где-то проезжает. Оп. Полежим, расслабимся. Привет! Пока!